Всем привет, ребятушки, меня зовут Споди, и мы очутились вот в таком вот страшненьком местечке со всякими сладостями. Куда же мы денемся? Вот этого я не знаю. И на чем же мы будем сейчас езжать? Давайте-ка посмотрим вместе с вами. Ну что ж, поставьте лайк и поехали. Ого, ого. Так, мы куда-то скатываемся. Ой, мы попали повыше. Мы попали повыше, но немножко перевернулись. Я думаю, что здесь что-то было не так. Так, попробуем еще разочек. На этот раз нам у нас получится. О-о-о. Тихо. Есть, мы упали на колесики, но только, по-моему, нам... Ну, никак уж не хватит силёнок, чтобы доехать. Вот такая конструкция. Попробуем. Так. А, так это просто к финишу. Так, а теперь вопрос. Как же нам забрать ящик вверху, который находится... А где же он тут у нас? Вот он, видите? Нужно подумать. Какую же конструкцию нам построить для этого? Так, сколько у нас видов? А, вот еще есть C-вариант. То, что нужно. Ну что, поехали, попробуем. Давай. И что это за способ такой? Так, будем тогда своими силами что-то придумывать. Вот так я бы сделал. Только бы это все склеить нужно. Погнали. Нет, ну ты чего? Да как тут тогда пройти? Только так, что ли? Ладненько, поехали. Этот способ работает, конечно, но не полностью. Так, вот это лучший вариант. Есть! Пройдено! Вот это, я считаю, было здорово. Смотрите, какой у нас довольно шарик получился. Так, а ну-ка зайдем сюда, покормим его тортиками. О, сейчас он как вырастет у нас. На тебе пироги. Что, золотая пироженка? Это что за золотая пироженка такая была? Так, ешь давай. Ешь. Чё? Вот это и все. Как-то он, ребята, мало ест. Окей, у нас тут остались еще некие детали. Поэтому давайте их соберем. Как раз и посмотрим, что мы здесь можем найти. И еще того, что у нас не было. Так, это, по-моему, деревянный вентилятор. Деревянный вентилятор тоже штука полезная, пускай она у нас тут остается. Так, о, зеленая вот эта штучка, которая может выдувать. Теперь, оп. Это что такое? Ух ты, такого двигателя я еще не видел. Но у нас, скорее, его точно не было. Так, оп. Есть. Ух ты, прикольный свинтус. Такой необычной шапки. Ну что ж, еще один раз попробуем что-то открыть. Колесо. Ну, пускай будет, конечно. Так. И... Что же мы сейчас открываем? Опа! Так, шарик Дед Мороз. Прикольно. Ну что? Так, ну у нас уже много чего есть. А вот он, большой шарик Дед Мороз. Я понял. Все равно еще будет кого открыть нам. У нас даже не все ящики открыты. Так, колесики, пропеллеры. Так, это что вообще за курицы непонятные? Я двигатель, да?
Отлично. Это мы все собрали. Ну что, давайте тогда отправимся теперь в наши уровни. Что у нас тут в 15-м ждет? Это и что это я сейчас вообще соберу такое? И что это, как на этом ездить? Так, непонятно. А зачем нам тогда было эту машину вообще создавать? Она едет! Что? Ничего себе! Вот это прикол. Ага, нам нельзя колёсики эти использовать. Вон оно что. И представляете, как ты эта штука так рассчитала все? Сама сюда поехала. И все за нас сделала. Ха, необычные приключения получились. Так. А, теперь просто его. Ладно. По короткому пути, да? Поехали. Смотрите, какая маска у нашего шарика. Так, сейчас она, думаю, отвалится. Нет? Но зато мы прошли этот уровень без сложностей. Отлично, что тут сказать? Так, ну что, ребят, зайдем. Давайте мы с вами где эти классные уровни, в которых можно что-то посоздавать. Ну, например, вот сюда. Так, куча всяких штучек мне тут выдали. Хочу я, наверное, создать какой-то самолетик. И на нем куда-то улететь. Вот только куда непонятно. Но мы сейчас придумаем. Так. Вентиляторик. Добавим наш самолетик в лопасти. И посмотрим, куда он с ними сможет улететь. Так, где же двигатель? Отлично. Все готово. Ну что, полетели исследовать эту карту. Так, только нам же не самый верх нужно лететь-то. Нужно планировать. О, что-то он так тяжело планирует. Прямо слишком. Видите, у нас какой-то перевес получается. Так, а если поставить вот такую штуку, будет ли какая-то разница? Мне даже интересно. Так. Да, она сразу нас поднимает. Получается, крыло самолета куда интереснее, чем простого какого-то маленького самолетика. Так, куда это мы здесь? На самую верхушку-то полетели. Интересно. А что это мы без остановки будем лететь? У-ху! Ага, вон они! Вот он выход! Да нет, верните мне его! Так, вот ящик за то, который мы точно не брали. Хорошо. Мне кажется, нам что-то не хватает. Нам не хватает вот сюда нормальной этой штуки. И второго двигателя. Ну что, попробуем полететь. Мы стали тяжелее, но лететь вроде бы стали уверенней. Сейчас посмотрим. Так. Где здесь потолок у этой карты? А ну-ка быстрее двигаемся. Так, мы до него добрались. По-моему, этот ящик мы захватили. Текс. Да нет, ну что ты будешь застревать? Так, где ящик? Ящик летит, я хочу его забрать. Давай, ящик, долетай до хозяина. Смотрите, летит. Ха-ха. Так, ну уже чуть-чуть осталось.
И он скоро будет у нас. Или они так не засчитываются? А ну-ка, если заново полететь. Да, засчитываются. Все-таки засчитываются. Ну что ж, ребят, вот такая получилась серия. Если вам понравилось, то что, ставьте лайки и подписывайтесь. Всем пока-пока.